Татьяна Ковалькова лишилась должности. Главная по образованию во Владимире подала заявление об уходе. Его уже подписал глава администрации города. При этом, даже уйдя с должности, Ковалькова сказала, что готова нести личную ответственность за состояние дел в подведомственных учреждениях. Заявление Ковалькова подписала после прогремевшего на всю страну случая в бассейне 42-й школы, где отдыхали гламурные мажоры, как прозвали эту компанию в интернете. Родители учеников пожаловались на руководство школы в прокуратуру. К разбирательству подключилась полиция и следком. Мэрия объявила выговор директору школы Ирине Терентьевой. После проверки понесут наказание и другие работники школы, которые должны были контролировать поведение посетителей в школьном бассейне. Причинение смерти по неосторожности. Отцу, дочь которого погибла на пожаре, грозит до 2 лет тюрьмы. Напомню, месяц назад в деревне Плесицыно Камешковского района в собственном доме заживо сгорела 5-летняя девочка. Отец оставил ее одну без присмотра на целый день, выяснило следствие. Пока папа гулял с друзьями, малышка могла взять в руки спички. Отец обвинил в случившемся ребенка. Следствие посчитало такое поведение странным. Расследование уголовного дела продолжается. В 33-й регион пришел гонконгский грипп. Роспотребнадзор сообщает о 7 заболевших. Этот штамм считается самым распространенным в стране. В нашем регионе только за минувшую неделю симптомами ОРВИ и гриппа обратились в больницы около 3000 человек. Большая часть из них – дети. Эпидпорог сейчас превышен почти на 9%. Больше всего заболевших в Собинском и Киржачском районах.